Утро доброе, друзья мои. Продолжаем катать American Truck Simulator. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Где мы находимся? Находимся мы в Южной Америке, во славном государстве, в Бразилии. Давай карту гляну. Посмотрю карту и вам покажу, где я нахожусь. Вот Сан-Пауло, а Сао-Пауло. Вот мы, собственно, здесь. Вот такая Бразилия. Едем, едем далеко. А, вот. Тамаулипас. Господи. Вот отсюда вроде как бы еду, да? Вот. Это, по-моему, у меня сейчас будет где-то пятая часть, что ли, да? Да, это пятую часть. Я сейчас буду писать еще. Вот мне столько ехать надо. Так, давай. Поехали. Немного я отдохнул. На 4 утра, 5 час уже. Погнали. Ехать нам, в принципе, недолго осталось, не так уж и далеко. Ну, 500-ку-то будь любезен, отмотай. О, между делом тут пивасика светлого. Попиваю. Но только чуть-чуть. Злоупотреблять нельзя. Вообще за рулем пить нельзя. Я как-то рассказывал, смотрел стрим одного парня, ну не парень, а мужик, молодой мужик, да, за 30 лет уже по виду. У него камера стоит перед ним, с где-то градусов под 45 по отношению к нему, слева спереди, и его показывает, а он едет, ЕТС-очку, по-моему, гонял, и это... Так, тут что у нас круговое? ЕТС-очку он такой гонял. Я смотрю, у него что-то на столе тут стоит. Что-то как-то сначала-то внимание обратил, а потом смотрю, он наливает в стопку. Оказывается, это водовка. Закусончик тут кое-какой у него есть. Нехитрый, но есть. Выпивает такой, раз паузу включил, выпил, закусил. Ах ты, ну ладно, простительность, все равно трафика нет. Выпил такой, закусил и дальше такой едет, такой паузу выключил. Иногда останавливается, чтобы выпить на обочинке. Остановился на обочине, выпил, закусил, такой дальше поехал. Я потом что-то как-то отвлекся. Не стал на этом видео-то задерживаться. Это прямая трансляция была, стрим. В ETS, когда заходишь тут, иконку нажимаешь, ETS, и заходишь. Там прямые трансляции в эфире. Тихо. Да какого хера? А потом через какое-то время, может быть, минут через 20, так, минут через 20, может быть, так, захожу снова так, вообще совершенно случайно. Да, я думаю, посмотрю, где товарищ едет. Снова включаю. А у него, короче, машина вообще на обочине стоит, кювет съехала. Время идет, он стоит, а на камере-то вот, ну, смотришь его. Чувак-то реально спит. Он так держится за руль и реально дрыхнет. Голову так опустил маленько.
Еще в шапке зимней сидел. Капецкий вообще, блин. Реально уснул. Вот это прикол, да. Вот, вот развязка, сука, дебильная развязка, терпеть такое не могу. Вообще таких развязок не бывает, чтобы одна полоса оставалась в твоем направлении. А вот эта полоса сейчас справа тогда зачем? Если потом снова идет остров безопасности и все, по нему ехать нельзя. Пипец какой-то вообще. Так, господи, опять надо уходить. Ну, вот, пожалуйста, опять развязка такая дебильная. Труп-туп какой-то. Волечка зачета, мне нравится вообще. Обзор хороший. Да мне, в принципе, все траки, которые здесь есть в АТС, мне все нравятся. Вот по удобству управления и по удобству вождения, по маневренности, Volvo, конечно, рулит. Тут слов нет, конечно. Ну нет, Петрухи 500 тоже норм тачка. Кеша 680. Кеша 680 тоже отлично. А я имею в виду вот по удобству управления, как бы по обзорности. Вот эти траки уже современные, аэродинамические, они удобны. А вот также удобны они, собственно, в реальной эксплуатации. Вот. Смотришь русскоговорящий дальнобой по Америке. Как бы все говорят, что такие траки, они удобны в управлении. Дело другое, кто их предпочитает ими пользоваться, кто нет. Кто-то категорически нет, только классика. Вот, допустим, Андрей Бауэр. Кстати, если не знаете, кто такой Андрей Бауэр, наберите Modern Tracking. Или просто наберите Андрей Бауэр дальнобой по Америке. Просто Андрей Бауэр, наберите и все. Вообще отличное видео, нормальный мужик такой, семьянин, добропорядочный, никогда не орет, не матерится, вот видео снимает, когда вообще топчик дядька. Он по годам он моложе меня, что-то детей у него уже где-то 5 или 6 уже детей. Не, ну молодец, молодец, ничего не скажу. Тем более в нормальной стране живет. Есть возможность хорошо обеспечить детей своих. Вот. Кто бы что ни говорил о Соединенных Штатах, работающий человек, он сможет обеспечить свою семью, своих детей. Вопрос в другом, насколько он богатым и насколько шикарно будет жить. Но у него однозначно будут, как минимум, одна-две машины. Одна-две машины у него будет и жилье по его средствам, которое можно даже не покупать, а спокойно можно снимать. У нас, чтобы снять жилье, это надо выложить мою зарплату. Вот. Вот. Чтобы на месяц снять жилье, квартиру,
допустим, двухкомнатную, я должен отдать свою зарплату полностью. А жить, блядь, на что тогда? Это вот наше правительство до чего нас довело. Грабят. Грабят. Белые придут, грабят. Красные придут, грабят. Куда крестьянину податься, блин? И всем похер. По телевизору только смотришь победные реляции. Все хорошо, все нормально. И нехер все валить на кризис экономический и на санкции. Так, пядик, поворотик. Чутка. Чутка крутой. Всем помогаем, мы такие добрые. Ну, всем помогаете, это хорошо, вот это стопудово хорошо. Я не буду говорить, что, допустим, хрен ли там всем помогаете, а сами нищетствуем. Детям больным собираем, всем берем. Зачем тратить деньги на квоты? Зачем тратить? Когда можно организовать фонд благотворительный, который будет собирать деньги. Я однозначно скажу, что и сама идея организации благотворительных фондов – это хорошая идея, это очень хорошая идея. Это своего рода показатель, насколько люди могут сострадать чужому горю. И когда у кого-то беда, когда вот говорят, что вот показывают, допустим, ребенка, и вот всю там, вот девчонку недавно показывали, рак четвертой стадии, но спасти можно, но нужно 15 миллионов, где взять родителя, и все, одна надежда только на нас, на людей. Не на государство, заметьте, не на государство, не на правительство, не на какие-то там социальные органы, нет, однозначно только на нас. Вот представляете, насколько люди разуверились и перестали верить во власть, перестали верить в государство, что они не хотят обращаться, потому что ни хера не получится равно. Квоты закрыты, денег нет, и все, и никто ничего не предпримет. Государственная больница вовремя диагноз не поставила, вовремя на обследование не отправили, врачебная ошибка, людской, человеческий фактор, но это может быть, как оно не может быть, конечно, может быть, все могут ошибаться. Только у врачей цена ошибки жизни. Как объяснить родителям этого ребенка, который умирает на их глазах? Как им объяснить, что просто кто-то вовремя что-то не сделал, какой-то диагноз не поставили, халатно отнеслись к своим обязанностям? Потому что у кого-то на рабочем месте башка, блин, была занята другими делами, своими проблемами. А мать на руках ребенка держит, и ребенок умирает. Вот когда таких детей показывают, блин, я вообще не могу. У меня вот на телефоне, я себе по 1000 рублей, конечно, не кладу на телефон. Бывает 100 рублей на телефон положишь, бывает 200. Вот неважно, сколько там денег есть. Вот, допустим, на благотворительные
номер 4 восьмерки отправляешь, там можно и 20 рублей отправить, и 30, и хоть 70, да, хоть как. Можно и так, и так. Вот есть у меня 50 рублей, я могу 50 рублей отправить. Там с копейки остались на счете. Хотя бы так. Вот соберу по нитке, стопудово. Вот стопудово. Это девчонки на операции. Я вот не видел результата, надо смотреть, как было. Вот я даже не сомневаюсь. Вот. Я даже не сомневаюсь, что насобирали эти 15 миллионов. Ни, вот нисколько не сомневаюсь, потому что люди у нас, ну, кто бы что ни говорил, а простые, вот, нормальные люди, не те суки, кто живут на Рублевке. Сразу говорю, конечно, не все там такие суки и твари. Не те суки, кто на Рублевке живут, у кого для собаки сделана целая комната, и там массажист к собаке ходит, и бешено деньги выплачиваются. Я, это не люди, я про них вообще не говорю. Не они делают большинство сборов благотворительных, а такие простые люди, как мы. Кто-то 50, кто-то 200 рублей отправит. Так и собираются миллионы. Никогда не надо жалеть. Ой, у меня денег нет, ой, у меня это всегда есть. У меня деньги последние на телефоне 100 рублей остались. Хорошо, 100 рублей остались, отправь 50. Что ты умрешь, что ли, и что с тобой будет? Ты потом найдешь деньги, положить еще. Отправь 50 рублей, отправь 70 рублей. Сколько? Да хотя бы 20-ку отправь. На такой телефон вот. Ты 20-ку отправишь, другой 50 рублей отправит. Вот. Типа. Такие слова, вот, допустим, да что мои там копейки могут решить? Очень много могут решить. Твои копейки. Тихо. Копейки еще одного человека. Очень много эти деньги решают. Просто невероятно много, блять. Сука. Вот нафиг перестраивался, блин. Кипишу только навел. А, я подумал, что этот поворот уже сейчас, который был. Ох, ёперный твой театр. Так, понеслась. Кажется, 16-й стаканчик пива дает о себе знать. Себе тут учили это. Да, блять. Так, слишком быстро. Помедленнее надо тут ехать. Помедленнее, кони, чуть помедленнее. Так, надо бы снимочек.
Снимочек надо сделать. Так. Так. О, вот так вот. О, так еще лучше. После окончания этого рейса я, наверное, не буду брать груз в США, в Америку, в Штаты. Наверное, самолетом. Фих. Так, а куда... А, раз у меня Volvo, значит, мне надо в Портланд. Брать еще одну Петербилда. Топлива полно, мне до конца вполне хватит, до конечной точки, до пункта назначения. Ехать-то немало еще. Если по магистрали, то эти 250 километров быстро пролетят. Но здесь куча городов. Тут уже такая конкретная цивилизация идет. Не будьте люди черствыми, не будьте злыми, да куда я деньги буду отправлять, мне самому хреново денег не хватает. Поверьте, всегда есть тот, кому намного хуже, и не дай бог вам оказаться в подобной ситуации. Когда вы будете молить о помощи, люди, Господи, хоть бы кто-нибудь помогите. Так. Давайте, давайте, газу, газу, газу. Океаны тут.
снимочек. Куда ж ты вот тут лезешь? Пойдет. Сейчас заливчик этот переплывем. По мосту переедем. Я в последнее время только разливное пиво и беру. Ох, тут такие, вау! Такие завороты, повороты тут, ух ты, смотреть! Прикольно. Едем далекие края. Тихо. Вот опять такая развязка дебильная. Вообще бесит, блядь. На скоростной магистрали, блядь, остается одна полоса слева. Вообще нормальная развязка, блядь. Где такие видели, а? Где вы такую херню, блядь, видели? Так, это Барайи. Welcome to это Барайи. Все, перестроился нормально. Отлично. Так. Что-то магистрали, походу, закончились.
Так, что, делаем на подъеме всех. Так, походу не успеваем. Чуть-чуть не успел. Ни хрена у него завороты такие. Я плавно так заруливаю. Автобус так завернул, я не знаю, как этот. Робот Вертер. Какая гора красная, ёшки-матрёшки. Просто такие горы бывают вообще, а? Прохладно. Мы же как считаем, что в Бразилии должна быть жара, там это тропики, туда-сюда, 5-10, вообще-то Бразилия страна большая. И точно так же, когда у нас лето, у них идет зима. И особенно в южных регионах Бразилии температура-то холоднее, бывает и плюс 5. И плюс 7, и плюс 2. Не говоря уже об Аргентине. Чего никто не может сделать американские автобусы моды? Моды моторхом, дома на колесах. Что, блин, так сложно, что ли? Я, к примеру, допустим, вот взял бы такой мод. Но, к примеру, когда уже ну какой-то регион достаточно уже объездил с заказами там и прочими, ну и остались какие-то мертвые зоны, да, допустим, не объезжены на какой-то карте, например, здесь в Бразилии, взял мод, поставил моторхом, автобусик этот и спокойненько все это объехал, то есть ты видел всю карту. Немножко по километражу осталось, но я достаточно как-то проехал.
не одну тысячу. Campos dos Grey de Casas какой-то там, ужас. Campos dos Guitakis de Casas. Вам. Ну, извините. Диджей Ривалдо. Или диджей Режину. Зашел. Ух ты. Вы специально навалили их препятствия, ёшки-матрёшки. Так, снимочек. Ух ты. Так, короче, хорош прикалываться. А то сейчас побрелишься тут с кем-нибудь, братами. Так, температура чуть больше 20 по Цельсию. Это маловато, в принципе, днем для Бразилии. Может быть, это учитывается, что сейчас у нас в реальном мире лето. Ух ты, еще и самолеты тут взлетают. Ну ни хера вы тут даете. Осталось.
еще маленько, еще чуть-чуть осталось. Давай, давай. Нифига у меня получилось. 5 частей. Каждая в пределах около часа. Сука. Что за хуйня такая была? Проезд оплачен, проезд оплачен. Это что за хуйня? Это 3 раза с меня взяли. Блин, это что такое было? Проезд оплачен, проезд оплачен, проезд оплачен. Кот, пришлось взятки заплатить. А мне давала навигация объезд направо. А я же пренебрег. Чё, ты прямо я поехал. Но качера, да это коморы какие-то. What the fuck shit? Мэн. What the fuck это понимаю. Еще немножко, я еще чуть-чуть, я сейчас уже подъеду. Хорошо, я пораньше выехал утром. Сегодня. Тут кочки. Так, ну что тут фоткать? Как бы ничего особо такого нету. Хотя, можно будет вот это. А я успел на желтый, я успел на желтый. Давай, 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 пошел, 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 пошел. Yes. Yes. Ох, ОБХС. Пошел я. Ах, yes. Аж желтенький. Успел. Успел проскочить. Тут осталась-то капелюська. Чуть-чуть осталось доехать, и я красавчик. 5 серий, бляха-муха. Каждая примерно по часу. Что-то вышло около этого, чуть больше, чуть меньше.
Наконец-то. Пункт назначения уже вижу. О, да, да. Brazilian Extreme Truck Driving. Truck Driving. Так, стоп. Вот только заикнулся. А вот здесь вот косячная текстура. Вот. Что это такое? Тут это видно, блядь, тут это. Из-под пятницы в субботу, сука, вылазит. Тут какие-то портянки торчат. Это что такое, блядь? Вот, тут торчит какая-то херня. И здесь вот это вот. О, с правой стороны. Это что такое торчит его? Пиздец какой-то, блядь. Это получается, карту делали, какие-то ранние версии, они просто автор этой карты Mario Map, он просто адаптировал. Он не вносил изменения по этим картам. Допустим, вот сейчас есть карта Бразилии, намного больше, чем вот эта сейчас карта Бразилии здесь в Mario Map, вот в этой части, да? Сейчас в DTS 2 карта Бразилии совершенно другая. Более насыщенная, более большая, вот карта Южной Америки, там вообще тьма дорог прибавилась. А здесь их нет. Здесь просто хер какая-то старая, адаптирована. Под 1.34 АТС и все. В ETS 2 я бы это дерьмо даже ставить для себя не стал бы. Потому что для ETS у меня есть вот Бразилия, нормально скачанная на 1.34. Но я пока сейчас ее не ставлю в ETS-очку. У меня там пока этот южный регион, Румыния, Русмап. Ну и, собственно, сама Европа для 1.34. И все. Пока Бразилию не ставлю. Я покатаю южный регион, Россию, карту покатаю, уберу их и поставлю Бразилию. И как бы окунусь уже с чувством, с толком, с расстановкой уже максимально в Бразилию. Когда у меня уже по ETS будут большие рейтинги, уже и цены на грузы будут совершенно другие уже. Как бы вот с такой темой, с таким настроем я хочу зайти уже в Южную Америку. Пробуксовывают колеса как. Тихо. Я же не ожидал, что такая херня тут будет происходить. Твою мать. Вся пиздец опять повис. Ну, сука. Так. Блокировка дифференциала. Пошел назад. Так.
Так, а я... Так, секунду, я включил, нет, продвинутую сцепку. Фух, я же думал, что все уже закончено у нас тут. Так, продвинутая симуляция. Так, выключаем. Так, что так горит? Так, так, сейчас. Так, стоп. Я сам в шоке, как это получилось вообще. Фу, блин. Так. Так, все, пошли потиху. Аккуратненько. Так, что у нас по прицепу? Ой, нормально идет. Все отлично. Фух. Мастерство не пропьешь. Да, это не КамАЗ какой-нибудь 6х6. Но и было бы сверх глупостью ставить сюда КамАЗы. Бразилию. Не, в Бразилии как бы, может быть, еще. Так, стоп. Не вижу ничего. Все, понял. Так. Давай уж сами заедем. Так, смотрим, как, что нам куда удобнее. Так, секунду. Так, сюда. Здесь мы поедем отсюда. Так, вот отсюда поедем. И нам надо сюда, короче, заворачивать направо. Так, отсюда мы не заедем. Тоже можем. Так, короче. Короче, получается, либо сюда сразу направо, либо туда.
конечно. Сейчас опять надо к моему средству. Так, стоп. Пошел. Все, газу, давай, родной. Хрен лысого. Там из-за перегиба. Вообще-то нагрузка должна быть на этот мост. Какой-то. Нихуя я себя не поеду. Так, стоп. Хрена, я все равно заеду. Давай. Пошел. Такую не сильно блин, протаскивают, хотя тут ничего не висит, что за хуйня такая. Слушайте, я в шоке.
что такое за глюки-то, блядь, а? Пустой грузовик, блядь, не идет. Это как так это возможно? Грузовик пустой идти не хочет, блядь. Вот это, блядь, пиздец какой-то вообще. Так, ладно. Сейчас такая ситуация как раз, когда можно и нужно воспользоваться вот этой самой херней, летающей камерой, потому что... Блять, я понять, сука, ничего не могу, что за хуйня такая. Это как это возможно, твою мать, а? Трак не висит, мосты не вышли. Прицеп не болтается, ничего, блядь. Чтоб тебя, сука. Пизда, блядь. Я извиняюсь за выражение. Ни хрена не получается, я не могу заехать. Не могу. Не заходит машина и все, она хоть никак, она, блядь, вот сейчас еще раз попробую. Все, пиздец, блядь. Сука. Машина не идет вообще никуда, блин. Как будто у меня там 350 тонн, сука, висит. Так она даже на пустой машине не идет, все. Ладно. Фу. Все, короче, ставлю машину. Заезжаю на автоматическую парковку, нахуй, и все. Вот это вынос мозга, это пиздец какой-то. Это, короче, эта карта дебильная, сука, бразильская. Но я все равно ее не брошу, потому что я хороший. Все, сейчас. Так, дифференциал выключаем, все, автоматическая парковка. Ни хер на вас. Суки. Что за косяк-то такой вообще? Слушай, я в шоке. Это как это может быть? Уроды, блять.
Все, короче, бля, сил больше нет моих. Ужас. Ужас. Так. Карта. Так, так, так. Давай, наверное, в отель назад уедем, да? Давай, ладно. Вот. Сейчас будет самый прикол, что я еще пустырем, блядь, отсюда вообще не выйду. Заебись, все. Пиздец. Стой, не могу выехать, это что такое? А? Вообще никак не идет машина. Это как возможно-то? А? Рывками вообще. А с грузом вообще отсюда нереально уехать однозначно. Тут трындец какой-то, машина пустая, не идет, блять, вообще. Что такое, да? Я в шоке, блин. Это что за косяк-то? Давай, пошел, но это как будто какой-то глюк, блять, вообще непонятный по сцеплению машины. Все, пиздец вообще встал, блять, сейчас. Опять машина, все. Блин, в рот, блядь, сука.
пожалуйста, опять. Ты что за косяк-то, блядь, вообще? Так. Короче, ладно. Здесь я заканчиваю эту серию. Но специально сниму отдельную серию. Вот сейчас вот. По этому дебильному, сука, косяку. Я в шоке. Я даже не знаю, что сказать. А за сим не прощаюсь. До новых волнующих.